Депутат Государственной Думы Вячеслав Фомичев вместе с председателем Совета депутатов округа, секретарем местного отделения партии «Единая Россия» Андреем Гореликовым поздравил мытищинских активистов с Международным днем добровольцев. Сферы деятельности, в которых можно увидеть безвозмездную работу добровольцев, разнообразны. Они ежегодно принимают участие в жизни медицинских и социальных учреждений, активно участвуют в крупных международных мероприятиях, спортивных и патриотических акциях. Волонтеры Мытищ рассказали о своей работе. Лучшим вручили благодарственные письма от Московской областной думы. Вот сейчас вышел замечательный фильм патриотический, называется «Летчик», про 1941 год. У нас же 5 декабря не только Международный день добровольчества, но и день начала контрнаступления советских войск против фашистских войск под Москвой. Также добровольцы Мытищ обратились к парламентариям с инициативой посетить вместе премьеру фильма. На самом деле, на чем мы воспитываемся? Мы сегодня с вами на эту тему говорили, на примере старшего поколения. И вот молодцы, что ребята сегодня, отмечая вот праздник, День добровольца, День волонтера, вот мне очень спасибо, всем приятно, что действительно они знают, что 5 декабря – это День воинской славы, касается всех нас, тех живущих в Подмосковье, это наиболее близко. Видите, вот они действительно знают, что выходят твои. Сегодня порадовал, ну, по-хорошему удивил. Я думал, вы сейчас что-нибудь попросите, сникерсов там или кока-колы ящик, а вы вот такой, ну, на самом деле, действительно, наверное, интересный, молодцы. Ну что, могу вам сказать только спасибо. Все участники диалога отметили, что такие встречи нужны, чтобы четко понимать потребности молодежи и помогать друг другу во всех добровольческих начинаниях. У нас волонтерский актив довольно большой. Это и волонтеры Победы, и волонтеры Подмосковья, и Молодая гвардия. И самое главное, вот скажите, это же правда, вот, для молодежи от души, правда же, там вот, ну, это заложено уже, наверное, в человеке, помощь другому, особенно нуждающимся, в силу совершенно разных там причин, потому что, ну, их много людей, и когда ты начинаешь этим заниматься, ты понимаешь, что ты все больше и больше становишься нужен, правда? Совершенно верно.